Здравствуйте, это программа «Жилищный вопрос» и я ее ведущая Екатерина Семченко. Предпродажная подготовка – это в первую очередь подготовка объекта к просмотру покупателями. Продавцы зачастую воспринимают ремонт как один из основных пунктов приготовления помещения. Однако нередки случаи, когда выбор клиента падает на, казалось бы, не самые привлекательные объекты. Как правильно подготовить жилье к продаже, мы поговорим с генеральным директором консультационного центра «Недвижимость и страхование» в Петербурге Николаем Лавровым. Мы продолжаем наш разговор о продаже объектов недвижимости. И сегодня мы поговорим немножко о том, как подготовить все-таки свой объект к продаже. Большинство людей представляют, что предпродажная подготовка – это некий ремонт, наведение чистоты и порядка. Вот на самом деле, что же такое вот предпродажная подготовка и что она под собой подразумевает? Существуют четкие правила предпродажной подготовки. Надо сразу отметить, что предпродажная подготовка не влияет на цену объекта. Она очень значительно влияет на скорость продажи объекта. Именно потому, что не отпугивает реальных покупателей, которые пришли. Значит, что она должна в себя включать? Квартира должна быть максимально убрана по мебели. То есть, ничего не должно валяться. Не должна быть захламлена мебелью. То есть, мебелью должно быть минимум. Угу. То есть, там кровать в спальне, шкаф. Либо вынести все. Если ты хозяин забирает мебель, в идеале вынести все заранее. А если люди там еще живут? Живут, значит, прибраться. Не должно ничего валяться. Перед просмотром на лестнице не должно пахнуть. Это не только сам объект, это территорию перед объектом, чтобы ощущение от места не испортилось у покупателя по дороге в квартиру. Значит, переходим к самой квартире. Все должно быть вымыто. Значит, окна должны иметь тюлевую занавески, а не тяжелые шторы. Они должны быть либо убраны вообще, либо полностью раздвинуты. Квартира должна быть светлой. Я говорю про идеальную продажную подготовку. Mm-hmm. То есть, квартира в старом фонде, она должна очень четко соответствовать вот этим всем критериям предпродажной подготовки. Там однушка правильно оцененная однушка в спальном районе может половину пропустить при подготовке. То есть здесь уже не так важно, потому что есть квадратный метр, есть стоимость квадратного метра, есть общая цена. Там однушка в готовом доме за 3 миллиона в любом случае продастся. То есть вот предпродажная подготовка, важнее ее осуществить и не обязательно осуществить вот с такими вот тонкостями, которые вы сейчас назвали, именно в старый фонд, в каких-то особых уникальных объектах. Почему уникальных? Во всех объектах. Особенно в коммуналках. Потому что они особенно страшные. И вот они должны приводиться вместе в порядок перед каждым просмотром во всех комнатах. Любой не суперликвидный объект требует предпродажной подготовки. Я не говорю о однокомнатной квартире за 2,5 миллиона, потому что таких цен действительно на рынке почти нет, и эти квартиры в любом случае уходят быстро. Но если это 2-3-комнатная квартира в любом классе жилья, она требует подготовки для того, чтобы максимально дорого продаться. Плохое состояние квартиры – это повод поторговаться. В любом случае повод. Хотите дорого продать, с минимальным торгом, вызовите у покупателя ощущение рая. То есть все-таки ремонт лучше сделать. Что касается ремонта. Ремонт не является какой-то панацеей и не влияет на стоимость квартиры. Он влияет на скорость продажи, он влияет на ощущение. А в идеале убрать шкафы, содрать обои, выровнять стены, можно не выравнивать, закатать их белой краской. Потолок и стены, чтобы были идеально белыми. Вот на самом деле в этом случае это получится идеальная квартира для понимания покупателям своего будущего в ней. Белые комнаты, они имеют настоящий большой объем, он видит, что они большие, он видит, что они светлые, потому что окна без тяжелых тюлей чистые. Вот. Он не видит остатков старого ремонта, там, грязных обоев, пятен на потолке, следов протечек, это все должно быть убрано.
тогда это влияет. И это касается любых объектов, то есть и типовых, и каких-то, например, элитных. Элитные, естественно, требуют очень четкой подготовки, причем что и вот я еще не договорил про ремонт. Про ремонт важно, что большинство людей, покупателей, покупающих недвижимость, хотят сделать свое. Ну зачем им клеить дешевые обои, которые продавец выбрал для того, чтобы привести в порядок квартиру, и ламинат класть, который это самое в трехкомнатной квартире в центре. Когда покупатель все равно положит там штучные паркеты, дорогие обои, либо выровняет под покраску. Ну зачем? А все-таки в элитке, вот в элитных объектах, там, я так понимаю, несколько иной подход. В элитке уже оценивается качество и дорогостоимость, стоимость ремонта. Качество ремонта, качество строительных материалов, соответственно, проекту, там, талантливость дизайнера, соответственно, имя дизайнера. Это все оценивается, это все воспринимается. Что касается, понятно, ремонт, чистота, порядок убрано, а вот документы, готовность документов, это же тоже своего рода, да, наверное, предпродажная подготовка, или это несколько из другой категории? В любом случае, конечно, документы должны быть в порядке. И документы должны позволять провести сделку завтра. Это будет правильно. Потому что, ну, приходит завтра человек с мешком денег, он говорит, я куплю вашу квартиру за эти деньги, которые вы хотите, но завтра. И вот ты говоришь, а мне надо техпаспорт заказать, он 2 недели делается. И вот что делать в этом случае? Обидно. Обидно. А затраты на оформление документов для подготовки квартиры к продаже, ну, сейчас, ну, просто смешные. Они все делаются в одном месте. Пришел в национальный центр, заказал там техпаспорт, себе девятку. В общем, пусть это будет там старое, понадобится новое, возьмем. Но у тебя уже будет комплект документов. Тем более, что сейчас на регистрацию все меньше и меньше документов этих требуется для проведения сделки. Давайте подведем, так сказать, несколько итог, да? Значит, итог. Квартира должна быть чистая, вымытая, проветренная. Документы должны быть готовы. Спасибо за беседу. Напомню, в нашей студии был генеральный директор консультационного центра «Недвижимость и страхование» в Петербурге Николай Лавров.